блины сытные. Разбиваем яйцо. Одну столовую ложку сахара, пол чайной ложки соли, 2 столовых ложки подсолнечного масла. Все взбиваем венчиком. Добавляем стакан кефира. Добавляем стакан муки. Ну, чайную ложку соды. Все хорошо перемешиваем. Вливаем пол стакана кипятка. Руки с рукой. Конечно. И даем настояться 20 минут. Загрели сковороду, наливаем тесто. Высекаем на среднем огне. Вливаем еще один. Высекаем. Вот такие сытные, не тонкие блины у нас получились. Приятного аппетита!